певица Анжелика Агурбаш сегодня звезда эстрады и жена одного из богатейших российских предпринимателей Николая Агурбаша. Вот он в первом ряду аплодирует жене на концерте. Я буду жить для тебя, слышишь, вечно. Это пятилетие младшего сына Анастаса. На специально арендованном корабле для мальчика читает стихи лично Илья Резник. Салют и пробок канонада, восторг и блеск влюбленных глаз. На корабле гудит команда, где капитаном Анастас. Когда Николай Агурбаш разводился со своей первой супругой, больше всего страдали дети. Она оставила всех своих детей мне. Анжелика, став женой миллионера, стала еще и многодетной матерью. Вообще, у моего мужа четверо детей было, у меня двое, когда мы познакомились. Родился еще один Анастас общий. Сегодня Николай и Никита – сводные братья и лучшие друзья. Но так было не всегда. Мы соединили две семьи. И, естественно, они дрались. И мы просто были в отчаянии. Мы думали, что они никогда не найдут общий язык. Старшая дочь Анжелики Дарья идет по маминым стопам и собирается заняться шоу-бизнесом. На сцене моя дочь Дарья! Теперь главное для родителей – выбрать, кто же из детей унаследует бизнес-империю. Пока кандидатов не видно. Взрослые дети, они живут своими жизнями. А взрослые дочки моего мужа, они уже замужем, имеют свои семьи, свои судьбы, свою историю. Младшие дети тоже не горят желанием заниматься коммерцией. Коля у нас занимается. Коля, чем ты занимаешься у нас? Армрестлингом. Никита? Всем понемножку. Ну, Никита у нас больше, конечно, музыкант. У нас отличник. Он учится в Лондоне сейчас. Анастас, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Футболистом. Футболистом. Но у него желания меняются. Он на прошлой неделе хотел быть кем? Космонавтом. Космонавтом. Пожарным. Пожарником.